При всем изобилии хлеба в магазинах, он никогда не сравнится с домашним. Сегодня готовим вкуснейший хлеб, пышный, ароматный на молоке, берите на заметку рецепт. Хлеб на молоке получается пористым, ароматным, с выраженным сливочным вкусом и пушистым. Дрожжи можно взять сухие, их потребуется 5-6 грамм. Надрез на тесте делается исключительно для красоты. Из указанных ингредиентов выходит буханочка весом 500-520 грамм. Лучше дама. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте ингредиенты для приготовления молочного хлеба. В миску раскрошите свежие дрожжи. Добавьте соль, сахар и растопленное сливочное масло. Всыпьте просеянную муку. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Замесите мягкое и эластичное тесто, накройте миску с тестом пищевой пленкой или полотенцем, поставьте в теплое место. Через 50-60 минут тесто подойдет. Обомните тесто, округлите и выложите в форму для выпечки. Сделайте 2-3 надреза, накройте пленкой и поставьте в теплое место на 20-25 минут. Смажьте тесто молоком и отправьте в духовку разогретую до 175-180 градусов, через 40-45 минут хлеб будет готов. Дайте хлебу остыть и подавайте к столу. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Такие продукты будут нужны. Дрожжи, 15 грамм, свежие. Молоко, 200 миллилитров. Соль, 1 чайная ложка. Сахар, 1 столовая ложка. Масло сливочное, 50 грамм. Мука пшеничная, 350 грамм. Количество порций, 10. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Всем пока!